Всем привет, вы на канале «Теперь я знаю». В семье женщины из Великобритании приключилось несчастье. После очередной прогулки в горах потерялись две ее собаки – овчарка Лила и дворняга Кэш. Женщина забила тревогу и разместила информацию о питомцах в специальном блоге, а оттуда она разошлась по социальным сетям. Размещение информации о потерянных собаках дало свои результаты. Объявление в социальной сети увидел профессиональный альпинист и не смог пройти мимо. Он собрал команду и отправился на поиски. По рассказам мужчины, он знал, что восточную сторону горы, которая является самой опасной, никто не обыскивал. И тогда альпинист решил пойти на поиски именно туда, несмотря на то, что он не был уверен, что найдет собаку. Шли поиски, и собаку уже не надеялись найти. Но вдруг альпинисты увидели на снежном склоне странные черные точки. Тогда альпинист приблизил их при помощи камеры своего телефона, и когда фотография была детально рассмотрена, мужчина увидел силуэты похожих на собак. После свиста эти черные точки задвигались и начали лаять. Найти собак было только половиной дела, и их спасение было затруднительным, поскольку собаки находились прямо на гребне склона, и альпинисты опасались обвала снега, пытаясь к ним подойти. Проблему усугубляло отсутствие связи и невозможность вызова спасательной команды, поэтому действовать пришлось своими силами, рискуя не только своей жизнью, но и собачьей. Обойдя гребень горы, альпинисты очень аккуратно поднимали собак на гору по очереди. Сначала был спасен Кэш, затем Лила. Собаки были сильно замерзшими, но, к счастью, никаких повреждений не было, и спасательная операция прошла успешно. Все остались целыми и невредимыми. Некоторое время спустя собак благополучно доставили к своей хозяйке, а альпинисты стали знаменитостями, и их фото даже было опубликовано в местной газете.